Из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с COVID-19, в непростой ситуации оказались не только автосалоны и ремонтные мастерские, но и автошколы. В некоторых российских регионах подготовка будущих водителей уже возобновилась, но не в Москве. В столице сотни учебных автомобилей простаивают на пустынных площадках, пока студенты осваивают теорию через интернет. Что получилось сейчас? Фактически, мы можем работать только дистанционно. То есть мы проводим вебинары. Наша ассоциация вместе с Национальным союзом автошкол России объединилась, сделали единый комплекс такой, на котором как бы преподаватели выйдут. То есть есть группы, которым... Но дело в том, что мы не имеем права принимать внутренние экзамены. И дело тут не только во внутренних экзаменах. Согласно закону об образовании, нельзя проводить полный курс теории дистанционно, лишь две его трети. Около 70% московских автошкол будут вынуждены закрыться, временно или навсегда. Новых учеников нет, а выплачивать зарплаты штатным инструкторам и рассчитываться за аренду нужно. На помощь государства автошколы не рассчитывают. С точки зрения поддержки государства, ни одна автошкола не попадает ни под одну программу поддержки вот малого и среднего бизнеса. Сейчас мы ведем разговоры, может быть, опять-таки нам разъяснят. То есть прозрачности нет никакой совершенно. Мы не понимаем, почему мы не можем заниматься с учениками. Впрочем, московские автошколы уже готовы к возобновлению учебных процессов. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. У инструктора в обязаловке с утра, у нас есть предрейсовый осмотр, вот на предрейсовом осмотре он должен будет предъявить определенный комплект масок, потому что маски надо менять инструктору и, соответственно, ученику выдавать маску, если он не пришел в свои перчатки, обработка, соответственно, вот это для рук в обязательном порядке и вот это вот шоколка, как говорится, для того, чтобы можно было обработать те части автомобиля, салона, ну или весь салон, который особенно где касается руками человека. Столичные автошколы откроются не раньше, чем во второй половине июня. Однако во многих предварительная запись ведется уже сейчас. Как скоро автошколы справятся с последствиями кризиса, сказать сложно. Одно известно наверняка. К концу года москвичи столкнутся с острой нехваткой курсов подготовки водителей.